В сельском поселении Булатниковское Центр спорта, культуры и работы с молодежью «Мечта» провел патриотический квест для подростков «Вместе мы сила». После жеребьевки ребята разбились на 5 команд с соответствующими теме квеста названиями ФСБ, МВД, ОМОН, МЧС и спецназ. У нас будет 6 локаций. Штаб, клуб, санчасть, полигон, парад, тир. Главная локация – это парад. Ребята будут исполнять гимн России. Всем командам раздали маршрутные листы, а первыми исполнить гимн России предстояло ребятам из команды спецназ. На площадке санчасть, оказание первой медицинской помощи и эвакуация раненого на носилках. Ребятам даже пришлось переодеться в специальную амуницию. Самое интересное для подростков стала локация «Полигон». Здесь участникам квеста нужно было преодолеть полосу препятствий с использованием дымовых шашек. Кроме заданий военной тематики, на одной из площадок ребята должны были повторить танец, показанный инструктором. Площадка называется клуб. Вот. А что военные, что медики, вообще любая профессия, мы все люди, мы все любим веселиться, развлекаться, я не знаю, танцевать. Поэтому и эта площадка немножко отличается от других, потому что здесь мы можем быть самими собой и зажигать такими, какие мы есть. За каждое выполненное задание команды получали баллы и соответствующую отметку в маршрутном листе. Квест ребята проходили на время, и первая из команд, пришедшая к финишу, стала победителем. Мне больше всего понравилось в квесте, что мы работаем командой, все вместе, и что это более подвижное занятие, чем дома сидеть на компьютерах. Первое место заняли ОМОНовцы. Всех участников наградили дипломами и фотографиями на память. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.